процентов. Ой, блин, все, шелька осталась одна. Ну, 4% динозавра. 13% у меня. У тебя сколько секунд? 8, 7, 6. А, дальше мы проиграли. Антон, держись. Антон, держись, давай, пожалуйста. Антон, держись, я родилась. О, сейчас я рожу. Меня убили, 1%. Помоги. А тебя все зависит от меня. 1%. Какой, 1%? Да, 1%. 10 секунд у меня. Ладно, я жду. Ё-моё, 1%, ребята. Блин, если мы сейчас проиграем, я больше буду в игру не играть. Да-дуда-дуда-дуда-дуда-плей. Дуда-плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда-плей, и мы продолжаем играть в игру с Такой в Brawl Stars. Така, привет! Привет, Дуда-плей! Ты будешь за ворона? Я буду, да, за ворона. Прокачивать его дальше. В бой с боссом играем. А с кем мы еще будем третьим играть? Пригласим кого-нибудь? Ну давайте, ребята, приглашайтесь к нам, друзья. Смотри, вот тут мне Леди Айдана прислала приглашение, которое написала комментарий, я ее сейчас приму. Вот, давай, принимай. Еще какой-то мальчик тоже. Вот мой ID, смотрите, ребята, так что обязательно добавляйтесь в друзья и все, погнали. Погнали играть. Тебе понравилось играть в бой с боссом? Понравилось. Смотри, у нас 2 кольта и 1 ворон. Нифига интересно как. А, тут можно брать одинаково? Все наши, да? Наверное. А, тут пули подбегал. Оп, сейчас. Я нечаянно. Так, сейчас подожду, пока он постреляет. О, так, 84%, да, у него? Да, еще много. Так, хорошо, что нам ворона помогает. Ворона, вороночка. Это так. Я ворона. Я ворона, я ворона. Меня сейчас убьют. А, нет. Ё-моё, убили! Я не успел спрятаться. Да, ребята, держитесь. Держитесь как-нибудь без меня. А я вам буду говорить, сколько... Где кто находится. Так, шесть... О, тебя тоже убили, да? Да. О, 3 секунды. Держись, держись, дружище. О, я... Так, ладно. Сейчас я его ступром. Ай-яй-яй-яй-яй, аккуратно. Так, так, оплей. Расскажи, как у тебя дела, ты чё молчишь? Ой, на меня, да я тут все сосредоточена в бою. Это же очень сложная игра. Это бой с боссом, кошмар. Нереально. Ой, ай, подышал, меня убил. Меня убило, я супру как раз включил. Блин, да. Он под конец начинает бегать, засранец. Его тяжело очень убить. Тебе не стыдно, слышь, а? Одного парня оставили. Да вообще стыдоба. Вот она я. Ты добище. Ты добище. Чуть-чуть под него не подлезла. Ладно, я буду этих убивать. Да ё-моё, да я тебя устрельну, слушай. Гад. Так, он у нас получается. О, 27% у него осталось. Да, ничего себе. Как быстро. Ну, быстро, как быстро. Относительно быстро. Ё-моё, убили нашего. Блин, нашего друга убили. Ты там один остался. Я же за забор вот этот. Хорошо. Жду вас. Шесть секунд, 5 осталось. Прячься. Хорошо, не хорошо, забор. Я вас жду. Да.
Ё-моё, пробежал прям через меня. Стреляй, блин. Сейчас. О, меня убили. Да, ты какого-то плохого бойца взяла. Ты вообще молчишь, сосредоточен на целую катку. Да ничего страшного. Вот это такая... Вот такой... Ой, оба товарища пали, я осталась одного. Три секунды, две, одна. Держись. Я вылетел. Я вылетел, ребята. Опять? А где тот мальчик? Мальчик, ты вот мальчик. И оп. Меня как раз убили. Да, ну и мы, короче, эту катку прокатаем. Мне так кажется. 14 секунд. 3 секунды у меня. Так, все, я пришел. Береги там себя аккуратненько. Да ё-моё, супру вонючка мне не дал. Добить. А, берегите, вот она я, сейчас я иду. Да вижу я тебя. Ты что там, живой? Да как сказать. Он на меня идет и все, я не могу просто. Он на меня постоянно поворачивается. Это что ж такое, это кругленькие роботы были. О, господи, жесть. Там где наш товарищ? Всё, на 5% было. 5% было, ребята. Ну как так, а? Да. Давай поиграем в неё. Давай еще раз попробуем. Да может не взять какого-то другого? Да возьми другого. А ну попробуй Кольта возьми. Возьмется, интересно? Кольта тоже возьми. Попробуем. А, нельзя с Кольтом. Хочешь, я другого возьму? Ты будешь, ты кем хочешь? Я не знаю. Бери Брока. Он такой тупой. Ну давай, бери, каким ты самым больше умеешь играть. Никаким, ладно, пусть Брок будет. Поехали. Когда я уже получу нового героя? Так давно уже нету никого. У тебя вон Эль Прима есть. Эль Прима, так он близкий в эту игру не поиграть. А, это выкидывает малый бомб. Че, куда он умеет разворачиваться вообще на эту сцену? Как он, я стреляю бесполезно. Зачем я возьму этого блока брать? Херню какую-то, что метиться надо. Конечно, метиться надо, а как так тело? Так он не метится в него. Смотри вообще. Давай ты маленьких тогда убивай. Ну давай. Ходи, убивай маленьких от нас. Да их пока тут нет. Ну, мать, ты что ж взяла, блин, на него как-то отошла. Ай, какой-то кошмар. Нет, ну кто придумал вот эту железную человечку? Бой такой. Маленький человечек кто придумал? Да нет, такую игру, где большого бота. А, ну прикольная игрушка. Еще очень много дают секунд. 20 секунд, я считаю, это очень перебор. Это большой перебор. Ну, у них все просчитано, как бы они рассчитывались. Да стреляй, ты уже думаю. Как бы, наверное... Жизнь, я не буду этого брока брать. Может, ты будешь Кольта брать, слушай. Ну, Кольт это лучше. Всё, у меня встает и все, не может двигаться. Ё-моё, меня опять он убил. 20 секунд, это очень много, ребят. Ты смотри, какой неубиваемый, я уже на него супру потратила. А ты супру потратила, ты, во-первых, он и бежит, и супра вся уходит в другое место. Понимаешь? Я не хочу утратить. Кошмар, вообще, ничего не стреляет, стоит как дурачок, я клацаю, еще ждать заряжаться. Что мне посоветовала по моему? Такой бой, главное. Бой офигенный, да?
Молчаливый бой, да, называется? Молчаливый, но... Ой, ё-моё, взял бы у меня. Ё-моё, кто меня там стрельнул? Да, это ты. Так, а ты где вообще пропадаешь? Да я померла. Да ты постоянно в помренном состоянии. Я сейчас другого возьму. Давай, возьми, да. Хочешь Кольта возьми? Давай. Бери Кольта, а я возьму туда, знаешь кого? А я возьму Брока. Не бери его, я буду брать. А кого взять-то? А кто там, у тебя же есть там такие всякие? А кто там, вот этот, который с Чупа-Чупсом? Леона, что ли? Да, он дальний, нет? Да он слабый, он сразу подохнет. Mm. Его раскручивать надо очень долго. Можешь мне взять Була и маленьких убивать, бегать? А, ну как хочешь, да? Давай, я возьму маленького. Ну, ой, блин. Мощный у тебя, пусть будет. Давай, я возьму Була и буду маленьких убивать. Ой, опять Шелли с нами, но мы эту катку не пройдем. Мне нравится, как он стреляет. Хотя бы какой-то видимость есть, что я работаю. Да? А то нажимаю, он вообще не... Ой, это я, что ли? Так, ну, вот так. Короче, ну хотя бы какой-то видимый, чуть-чуть. Видимый эффект есть, да? Да, действие какое-то происходит, патроны, короче, хорошо так вылетают. 5 секунд, 4. Вот она я. Я такой летел на него, на динозавра такой. Брок, а? Все на него супер, короче. Нормально, да? Так, ё-моё. Давай этих маленьких буду лечить. Где эти маленькие? Да нету там пока. Прячь, что я померла. О, куда ты? 3 секунды, 2. Я сумасшедший, да, такой? Так, ты сюда повернись, стреляй в этих малышей. Блин, что такое? Опять я? Так, кто у тебя там еще? Кто тебя убивает постоянно? У меня этот убился сейчас большой. Большой? Так, ты подальше от большого бегай. Так, а ну-ка, ты идешь туда, да? Так, ладно. Ты давай только этого. Ты динозавра большого мочи, а я буду маленьких убивать. А где тут малыши бегают? О, бежит они. О, вон еще один бежит. Я их сейчас буду убивать. Есть. Так, 26% у нас. Блин. О, эти чудики. Ну все, они их выпускают, этих маленьких. Вижу. И все, и капец, ты их не можешь убить и проигрываешь в конце. Ну, я знаю. Может, надо, чтобы один постоянно прятался где-то? А два воевали, просто чтобы не вылететь из этой. Не знаю. Ой, это я что ли тут стою? Так, а что случилось у тебя? Вот так надо сделать. Один постоянно просто прячется где-то. Главное, чтобы игру поддерживать, понял? Пусть все бегают там, да, ищут вас. Да ё-моё. А я хотел в другую сторону побежать, и почему-то побежал на него. Убили меня. Так, все, держитесь там, ребята. 12% осталось.
Да, в конце нельзя умирать. Потому что если ты умрешь, то будет тяжело очень твоим друзьям. Так, где же я? Вот я пришел. Так, я пойду вот этих убивать. Блин, убили меня. 5%. Ой, блин, все, шелька осталась одна. Ну, 4% динозавра. 13% у меня. У тебя сколько секунд? 8, 7, 6. Да все, мы проиграли. Антон, держись. Антон, держись, давай, пожалуйста. Антон, держись, я родилась. О, сейчас я рожу. Меня убили, 1%. Помоги. От тебя все зависит, от тебя все. 1%. Какой, 1%? Да, 1%. 10 секунд у меня. Ладно, я жду. Ё-моё, 1%, ребята. Блин, если мы сейчас проиграем, я больше в эту игру не играю. Слушай. Есть. Всё, я его забила. Офигеть. Я выиграла. Да, первый раз, ребята. Сложный пройден. Играем уже второй день. Это просто что-то с чем-то. Классно, молодец. Ну, не без помощи меня вы выиграли, ребята. Да, ты прятался, конечно, хорошо. Я хорошо прятался. Да. Это очень хорошо, ребятушки. Тогда на этом будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, передавайте привет. А также привет я хочу передать Море Жене, Олегу Туманову, Входи Жиму, Тому, Геймеру Робину, Лест Геймеру, Кристаллу, Александре и Максиму Павленко. Я вам передаю всем привет. А если ты хочешь передать привет, напиши под роликом «Передай привет», напиши «Привет». Обязательно поставь лайк под видео, как Дуде Плей, так и Плей. И мы передадим тебе привет в следующем уже ролике. Молодцы всем. Все хорошо поработали. Дудаплей, ты тоже молодец. Все, пока, ребятки, пока. Всем пока.